Так, всем привет! Сегодня мы будем делать обзорчик такой, или распаковка, короче, распаковка-обзор микрофона Boya. Boya у нас здесь M1. Вот, классная штука, говорят. Заказывалась с Китая. Такая вот у него есть тут голограммка даже. Ну и, конечно же, этот самый QR-код. Здесь надо стирать. Вот что-то у нас здесь показывает. Здесь у нас циферки показывают. Можно проверять их. Вот такие вот у нас. Так. Что там у нас еще? Данные микрофона вот у нас здесь. Как видите, все есть. Кто в них разбирается, смотрите. Вот, мне как-то эти цифры особо ни о чем не говорят, потому что я как бы еще пока профан в этом деле. Так что главное, чтобы звук записывал нормально, а то, что там какие-то циферки у него там что-то идут самое, то все, пофигу. Я просто в интернете пошарился, посмотрел на других YouTube каналах и как бы определился с тем, что это самый лучший из дешевых вариантов. Вот, микрофон Boya. Сейчас мы поглядим, что там у нас внутри. Так, достаем наш микрофончик. Вот так, коробки больше ничего нету, пусто. Вот так вот выглядит коробка оригинального микрофона Boya. Не знаю, есть ли на него подделки. Может быть, и есть. Хотя, в принципе, товар такой не особо ходовой. Я думаю, подделок должно быть либо немного, либо не должно быть вообще. Коробка хорошая такая, бархатистая. Так, тут у нас микрофон. Это у нас мануалы всякие. Так, это у нас что такое? Нотатка у нас, внимание. О, тут даже для русском есть, ничего себе. На английском и на русском выглядит. Внимание, для смартфонов. Перед тем, как подключить микрофон на смартфон, сдвиньте переключатель в положение off. Смартфон. При использовании микрофона не сдвиньте переключатель. Хорошо. Так, тут у нас получилось. Сейчас я переключатель покажу, там что к чему. А, вот он, кстати, тут на картинке нарисован. Потому что если вы поставите на камеру, это для камер. Когда напрямую к камере подключаешься, выставляешь камеру. Если к смартфону, то смартфон. Вот, если ты переставишь переключатель на камеру, то он просто записывать не будет. Вот, и также, по-моему, на компьютер. На компьютер, кажется, камеру надо выставлять, когда к компьютеру подключаешь. Так, достаем. Тут большой джек 6-миллиметровый. Очень хорошо, что есть такой переходничок. Вот сам микрофончик такой. Вот такой вот у нас. Кабель добротный, хороший. Здесь, кстати, 6 метров кабеля. Я не знаю, куда так много. Не, конечно, это хорошо, что 6 метров, все дела. Но это же просто капец какой-то. Жмут такой с собой таскать. Ух. Обалдеть. Сам микрофон, кстати, 3,5 миллиметра. И вот, значит, вот эта вот фиговина у нас здесь. То, что нам на брошюрке там писали. Положение камера и смартфон. Вот. И тут она обозначается красным. На смартфоне и зеленым на камере. Вот так вот. Вот. Еще она откручивается. Там батарейка должна быть внутри. Вот. Батареечка у нас вот здесь стоит. Батарейки хватает, кстати, здесь очень-очень надолго. Вот. В принципе, ему тут много энергии не надо. Это для фантомного питания. Вот. Чтобы хорошо звук записывал. Так, вот такой вот у нас бачок. Вот эта вот штучка, кстати, еще есть для на пояс цеплять. Сама вот эта штучка такая тяжеленькая. Ну и, конечно, жмут проводов еще, наверное, тяжелее, чем сама вот эта штука живет. Так, что тут у нас еще есть? Вот это у нас крепление. Это у нас сюда. Вот так вот. Это цеплять куда-нибудь. Держится. Вот так.
Так, а тут у нас штучка. Это чтоб воздух не это самое. Когда дуть будешь в микрофон, там еще что-то, чтобы не сильно там шумой выйдет. Вот такая вот штучка одевается. И вот так вот у нас все это дело выглядит. Вот такой вот микрофончик. Все довольно качественно. Прищепочка эта хорошая. Такая тугая. Очень-очень-очень цепкая. Ничего не скажешь, конечно, про вот эту вот штучку. Она быстро портится, отгибается. Вот если сильно отогнуть, то она в таком положении останется. Поэтому как бы ненадежная такая штучка. А так в целом все замечательно. Вот. Так, мини-джек сейчас еще посмотрим. Ну, в принципе, что тут смотреть. Обычный мини-джек. Вроде нормальный по качеству. Потому что я когда-то брал мини-джек с большого на малый. И там ну такое качество было просто ужасное. Он у меня развалился через него. Надеюсь, этот не развалится. Вот как туго входит. Вот так вот у нас все это дело выглядит. Ну что, не очень туго сидит, я не знаю, прям вообще. Это хорошо, конечно, что не выпадет. А тут лично переживать будем, что он выпадет у нас. Разве тут у нас мануал есть, как пользоваться. Так, а мануал что у нас? На русском языке есть. Русского языка в мануал нет. Все на, ну хоть на английском, ладно. И то хорошо. И то хорошо, потому что если бы на китайском было бы плохо. Так. User guide, package content, lapel microphone, phone screen, clip, battery. Вот. Короче, в комплекте у нас вот это у нас полный комплект здесь такой вот. Батарейка в комплекте идет, адаптер идет, user guide, foam bit, windscreen какой-то, вот что такое, даже не знаю. Так, ладно. Микрофон, главное, что нам микрофон пришел, а все остальное как бы, а все остальное пофиг. Так. У нас показывается, что к чему. Ну, здесь, конечно, как все это дело вставлять, управлять. Все это у нас тут есть. Так, а что тут? Я что-то не понял, на картинке какое-то оно другое. Интересно. На картинке один переходник, а тут у нас он какой-то другой. Ну, особенности такие для рисования картинок. Что за? А, ну тут тоже такой же. Ну как такой же. Не совсем-то и похож. Я бы сказал. Ладно. Это уже придирки. В принципе, нормальный, короче, микрофон. Сейчас я протестирую. Вот. И сейчас готовьсь. Будет тест звука. Да? Сейчас мы подключим. Программа у меня уже установлена заранее. Телефон у меня будет вместо рекордера. Зачем покупать отдельно рекордер, если есть телефон, да? Правильно? Правильно. Итак, заходим сюда. Включаем вот это. Ну что, поехали, запишем звук сейчас с микрофона, да? Так. Вот так записывает микрофон Boya M1. Надеюсь, звук неплохой. Что посмотрим. 1-1, 1-2-2, 2-2-2, 1-2, 1-2, 3-3, 4-5. Микрофон Boya. Проверяем, как работает. Звук хороший или не очень. Пишите в комментариях под видео, как вам звук. Вот. Так что думаю, должно быть нормально. Сейчас мы все это дело склеим, сошьем, значит, в видосе. Закину звук. Обрабатывать его ничем не буду, чтобы вы послушали, как оно в оригинале звучит. И сразу хочу сказать,
что звук на разных устройствах будет звучать по-разному. На телефоне один звук будет, вот, на рекордере другой, на чем-то еще там, на плеере на каком-то, если будете записывать звук с него, будет другой звук. Поэтому тут тоже качество звука очень зависит от устройства, на которое вы записываете. Вот, я записываю на Xiaomi Mi Max 2. Вот, у меня вот такой вот там звук будет. Так что сейчас все сошью, поглядим. Так, вот теперь все. А теперь, значит, без микрофона. Звук у нас, так что оценивайте качество, смотрите там, что этот самый. Вот, пишите в комментариях свое мнение, может, что-нибудь еще там поэкспериментируем как-то, и что-нибудь, может, еще какой-нибудь микрофон закажем дешевый или еще что-нибудь. В общем, пишите. Всем пока. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!